Всем привет! Если вас расстраивают страдания Хиры, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Архун знает, что Афифе может за ними следить, поэтому они с Хирой играют роль, будто их брак настоящий. Но Афифе точно знает, что сын женился не по любви, а чтобы ее позлить. Так он ей мстит за смерть отца. Они оба разыскивают пилота, чтобы узнать у него всю правду. Если люди Афифе его найдут первыми, то пилот, скорее всего, не скажет правду, а даст ложную информацию, потому что он тоже считает Хиру убийцей Нихан. Если Афифе услышит об этом, она захочет уничтожить Хиру, но Архун ей не позволит этого сделать. Правда о гибели Нихан находится в видео, и только там можно увидеть лицо настоящего убийцы. И пока это видео не будет просмотрено до конца, Хира будет страдать от ложных обвинений. Между Кинаном и Мерьем стал Арзу. Вуслат будет пытаться свести ее с братом, но сердце Кинана давно уже принадлежит Мерьем. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям и даты их выхода, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.